Одновременно с инаугурацией нового правительства во главе с Дарином Ричаном люди ждут, что исполнительная власть незамедлительно приступит к работе. Первым в списке ожиданий молдаван стоит лучшая жизнь. Это означает реформы в экономической, социальной и культурной сферах. Однако другие граждане настроены более пессимистично, говоря, что завышенных ожиданий у них нет. Как вы не садитесь, вы... Музыканты не годитесь. Ничего хорошего. Честно говоря, у меня нет никаких ожиданий. А как вы думаете, в какой области нужно больше всего приложить усилия? Экономической, социальной, культурной? Другие же настроены более оптимистично и верят в силу нового правительства, даже если положение в стране незавидное. Ожиданий много, но я понимаю, что ситуация сейчас сложная. И не то, что они не могут что-то позволить. Страна не может. Как у любого гражданина, у меня есть, конечно же, ожидания. Все ждут изменений и на социальном, и на культурном уровне. Ожидаем, что будут выполнять свои обязанности, ничего большего. Я жду, что будет продолжен европейский курс, что будут продолжены реформы, обещанные Европейскому Союзу. Меня очень радует, что в правительстве у нас 6 женщин-министров. А еще люди хотят мира, и это немаловажный вопрос, говорят они. Дай Бог, чтобы у нас в стране был мир и покой. Мы в этом нуждаемся, потому что мы хороший народ.